こんにちは。こんにちは。あ、ブリブリブシ。シは初めてですか。あ、すみません。ありがとうございます。あ、モノイハルコです。ロシア初めてでーす。ありがとうございます。皆さんこんにちは。ロシアは私も初めてでーす。もしものご感想をお願いします。今まだ東京はあったかいんですけど、ロシアはとっても寒いと思ってきたのですが、建物の中はとってもあったかいからよかったです。 Токио сейчас еще очень-очень тепло. И я ехала в Россию, думала, что здесь будет очень холодно. Но в Стране так тепло и так приятно. Очень рада.私はロシアにずっと来たかったので、今回来れて本当に、嬉しいです。実は私の、おばあちゃんが、ロシア人なんですね。なので本当に、彼女の、故郷に今回来れてすごく感動しています。Я очень давно хотела приехать в Россию, и для меня это очень большая радость, что я сюда приехала. Дело в том, что моя бабушка была наполовину русской, и сейчас, приехав сюда в Россию, это мое воспоминание, моя определенная частичка, передающая мои впечатления моей бабушке.А как вам русские мужчины? Как ты видишь, это свидо? Россия то нам все ибо, но деска. Это, чисто, мада. А в мари, Россия то нам все, на ханаши устали, се най, но не ёку ваканай, деско. А ну, отаку дастари, японс но моно ни кёри га ару хито то дастара, нака ёку нари со кана.Дело в том, что мне еще не удалось так вот пообщаться, поговорить с русскими мужчинами, но я думаю, что если есть кого-то интерес в Японии, было бы очень интересно и пообщаться, и узнать, какие по характеру русские мужчины. И я хочу побольше узнать о России, поэтому, пожалуйста, и мне расскажите о вашей стране, и я уеду с этими знаниями обратно. ロシアにはすごく魅力的な方がたくさん、いると思います。私もそんなに、こちらの男性とはあんまり話してはいないんですけど、街中歩いてたりとか、あと泊まってるホテルにいる男性、働いてる男性を見て、すごい顔立ちが可愛らしい人とか、あとすごく強そうな人もいたりして、本当にさまざまな方がいると思うんですけど、皆さんすごく魅力的だなと思いました。Но я могу сказать, что когда я шла по улицам Москвы, когда я видела мужчин в гостинице, в которой мы остановились, очень много красивых, привлекательных мужчин, и видно, что они очень сильные. Поэтому я хочу сказать, мне кажется, мужчины привлекательны в этой стране. Спасибо.